туристический кэшбэк. Почти 14 тысяч рублей вернули туристам. Менее чем за месяц его получили больше 100 человек. То есть в среднем это примерно по 120 рублей на туриста. Романтический, семейный, спортивный или гастрономический. Покупаешь тур по Приднестровью на билет ПМР, возвращают 20 или 50%. У нас есть максимальная сумма кэшбэка, которая возвращается. Это 1500 рублей. Поток туристов, конечно, увеличился. У нас сейчас уже есть предложение от туристических агентств, которые предлагают экскурсии на конец августа, начало сентября. И практически уже все билеты раскуплены. Благодаря кэшбэку у нас сейчас появился новый продукт. Это тур. Я надеюсь, что... скажем так, наши туристические агентства будут немножко расширять свое предложение, и туры будут не только на одну ночь, но и на две, и на три, для того, чтобы туристы могли больше посмотреть достопримечательностей в городах и районах республики. Сейчас в топе двухдневные туры. Экскурсии, питание, проживание, транспорт – все включено. К примеру, подол экскурсионный. Можно посмотреть дайбаны, виноградные плантации, будет пикник на берегу реки Егорлык. После отправиться в Каменку, пообедать в казачьем доме, отдохнуть у Золотого ручья. Путешествуйте и открывайте для себя Приднестровье по-новому.